Популярный актер Леонид Быков прошел войну, был ранен, но на фронте никогда о смерти не думал. Он был уверен, что вернется домой живым и здоровым и реализует свою мечту – будет сниматься в кино. Но когда Леониду Быкову должно было исполниться 50, и близкие предложили масштабно отметить его юбилей, он неожиданно сказал, что очень скоро умрет. Он сказал, давайте не будем его отмечать, не будем производить генеральную репетицию моих похорон. Он увидел вариант своего будущего. И ничего не сделал для того, чтобы от него уйти. Страна запомнила его после фильма «Укротительница тигров», который можно назвать одним из самых громких советских блокбастеров. Но главный успех пришел к Леониду Быкову после картины «В бой идут одни старики». Это была совсем другая война, не та, к которой привыкли зрители советских кинотеатров. Быков все принимал к сердцу очень близко. Одиночество художника. Вот главный его диагноз.